Всем привет, с вами СтивПром, и сегодня покажу вам модное оружие для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, после установки данного мода нам добавляется куча новых оружий. Но первое оружие — это настройки данного мода. Да, вот так будут выглядеть наши настройки мода. Нажав на гаечный, ну или можно сказать на такой ключ, у нас появляется меню. Это ножик, с помощью которого мы можем убить любого моба. Это у нас, так сказать, щит, который дает нам эффекты, можно сказать, временные эффекты. Это у нас парашют, позволяющий нам как бы медленнее падать и не получить за это урон. Как видите, мы очень медленно падаем. Как мы только уберем, мы так быстрее начинаем падать. Это у нас граната. Если не ошибаюсь, то это осколочная граната, которая взорвется и дважды, можно сказать, взорвется. И это у нас уже обычная граната, которая взорвет всего лишь один раз. Так, давайте найдем еще. А хотя подождите, у меня еще остался револьвер. Смотрите, когда мы стреляем, у него есть отдача. Мы стреляем, и нас как бы откидывает назад. Да, вот такая реалистичность этого мода сделана прикольно, но попасть в него почти нереально. Так, ну что ж, давайте наберем еще какое-нибудь оружие. Возьмем базуку. Так, возьмем винтовку. Ну и возьмем вот такое оружие. Ну это у нас АК-47. Как было написано, там можем убить, по идее, любого моба. Дальность у него очень далекая. Это у нас гранатомет, наверное, все знают эту пушку. Когда мы взрываем, она взрывается. Ее патроны типа того взрываются. Это у нас винтовка. Или можно сказать, она похожа на АВП. Наверное, многие играли в КС и знают это оружие. Но целится то, что сложно, так как здесь есть отдача, даже у винтовки. Очень сильная отдача. Так, одна зимняя пушка. Так, она у нас не работает, потому что я не установил звуки этого мода. Но у нас есть зимняя винтовка, которая стреляет снежками. Да, она почти не наносит урона, но она просто вот в таком красочном как бы наряде. Да, эта игра маленько напоминает CSGO, да? Майнкрафт превращается в CSGO, так как здесь оружие, ну, появляется разноцветное оружие. Так, наберем еще оружие, и это у нас миниган, который не стреляет. Это арбалет, да, который убивает на удара, и его пули после чего взрывается. Ну, я пока еще не заметил в моде ни одного бага, ни одного вылета, поэтому мод очень довольно классный. Это у нас тоже такая взрывная пушка, поэтому обязательно скачивайте этот мод и оценивайте его. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.